На недельку до второго я уеду в Комарова. Олег, тебе на больное место стал? Да. Че у тебя там болит опять? Светка, балда. А это Влад, который живет под мостом. Есть Карлсон, который живет на крыше. А есть Влад. Ну и ёкарный бабай. В самую грязь полез. Просто здесь строят плотины бобры. Олег немножко бобер. Че, Олег, не нашел семейство бобров? Но они тебя к себе и не примут. У тебя хвост не такой. Месье Олег, не соизволите пройти в машину? Едем дальше. Я же говорю, бобр. А вот это река Уфа. Костровище обложено камнями. Дрова. Толстое бревно, на котором можно сидеть. Олег, тебя сейчас муравьи съедят. Добрый ты, в муравейник пописал. Кольцо кто-то от спиннинга потерял. А у меня как раз такое же отпало. Совпадение? Не думаю. Тут еще место есть, называется Каменный Ложок. Знаешь такое? Не знаешь? Олег смотрит на Влада, что он там делает. Ползает по горам. По камням. Ну что ты какой камень интересный нашел? Молодежь, лишь бы что-нибудь сломать. Напишите в комментариях, что это за гриб, если знаете. Заберу домой. К тому же вижу еще парочку. Даже не парочку, даже раз, два, три, четыре. Пожарю дома с картошечкой. Нашел еще? Да, давай. Шикарная прогулка сегодня. И с Олегом погуляли. И грибочков насобирал. Вообще случайно, даже не планировал этого. Всего вам доброго и удачи. Пока. Кто там любит подлечиться мухоморчиками?